Продолжаем тему. Мы, я, мы, вы. Я с вами продолжаю тему кастомных кемперов. Сейчас вернется чувак из Франции, и я поверхностно вам покажу его вэн. Он очень простенький, но тем не менее тоже решение, чтобы путешествовать, не имея денег на новый какой-то кемпер дорогой, можно купить такой вот вариант. Фургончик, который адаптировать под жизнь. Здорово, мужик. Okay, тут у меня бардак, это моя собака, это не я. Я говорю, это чувак из Франции и живет все время здесь, и это охеренный кастомный самодельный кемпер. Я спрашиваю, говорю, а можно чуть попозже, я покажу ребятам твой вен. Он говорит, да, да, не проблема. Я говорю, что ты идешь это кататься? Он говорит, да, пойду кататься. У меня не очень офигенно в моем доме. Я говорю, типа, я говорю, круто, круто, это все натурально, натуральная жизнь. Людям не интересно, там очень чисто и очень идеально, как на экспозиции. А у меня есть один очень популярный вопрос. Очень много людей, не только русских, в разных странах, задают очень популярный вопрос. А где ты берешь деньги на жизнь, на путешествия? У тебя есть работа? Я работал 10 лет на заводе Bosch. И один год назад я закончил работу, прекратил работу. Я говорю, у меня нет апартаментов, я все время работаю, а денег ни хера нету. А я говорю, ты здесь живешь все время в Вене? Он говорит, да, говорит, не в Испании, только во Франции. Я вас спрашиваю, ты типа летом в Испании, а зимой во Франции? Он говорит, не, я только год назад прекратил работу. И год как путешествую. Я говорю, круто, круто. Ребят, короче, смотрите, какая тема.
То есть вот, но не надо заморачиваться. Вот, it's furgon. Yes, yes. For the post, yes. Post. German post. How much you pay? Oh, not expensive. €5,000. 5,000. 5 years ago. 5 years ago. Yes, it's good. Короче, 5000 евро вот он заплатил за этот почтовый фургон. Вот. И you make something, you handmade. Yes, yes, for sure, of course. There was вот он. Post. Да, вот он сделал, ну, такую простенькую отделку стен. Да, теплоизоляцию. Вот, он сделал там термоизоляцию, сделал такую отделку сайдингом. На крыше стоят solar панели. Вот такой холодильничек. This for the caravan, yeah? It's... Yeah, it's I took it. Yeah, yeah. The caravan. It's older. Not expensive. Yeah, yeah, yeah. This and this, yeah, 20 yeah. euro. 20 euro? Yeah. Вот 20 евро, короче, он заплатил вот за плиту, за раковину. Вот инсталлировал, и все нормально. Фриго? Yeah. You use inverter, yeah? Solar. Yeah, solar и инвертор for the 220 volt. Yes. И вот, короче, таким вот образом получился такой классный вен. Я так сразу скажу. How much what you solar panel? Solar panel, how much what? 260. Короче, 260 ватт solar панель. Вот, и вот у него есть такой электрический скейтборд, потом велобайк. Electric and you have electric foil. Электрический foil board, но это серферы знают, это может такая новинка foil board, это с подводным крылом board, но он такой еще с приводом, с электрическим. Вот этого хватает ему для вот обеспечения вот этой энергии и зарядки. Такая тема. You every time live in France, yeah? Yes. Ты все время жил во Франции? Yes, yes. Да, да, I'm я French жил now. Все время. Я француз. У меня есть часть семьи в Германии, моя там сестра. Спрашиваю время, все время живут они в Германии. Он говорит, да, да, говорит, они все время живут в Германии. Вот такая тема. I show guys inside. Okay. Я покажу пацанам снаружи, окей? Окей. И вот, вот из такого. Из такого венчика получился вот такой вот прикольный, по моим меркам прикольный такой сурфбас. Эй. Но уже могу предвидеть, что кто-то скажет, что типа тема лажа, типа без туалета, без душа. Но те, кто с руками, вы прекрасно понимаете, что туалет-душ это такой вопрос, его сделать очень просто. Вот. И тут уже многие, кто делают свои вены, уже исходят из того, ну, что им нужно. Ну, надо им этот туалет или душ, или они удовлетворяются там кустами и пляжными душами, там какими-то уличными душами. Это уже такой вопрос. Но вот как, ну, по мне, это вопрос там а-ля 50 евро, ну вот, и там 2-3 дней работы. Вот, вот такой прикольный сюрфбасик. How much year ago you have a first spirit kitesurf? You have a spirit kitesurf? For learning? Yeah. Friends. Friends? Only friends. Nothing. In now? In this year? Or more time ago? Last year. Last year. Okay, thanks. But I don't live here. I'm got friends. If you want to learn, I share with you. And you go, don't pay. Yeah. 80 euros, 1 hour. Blah 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 blah.